Подготовка к весеннему половодью уже идет полным ходом, в том числе и в микрорайоне Максимовка. Как жители улицы Мечникова объединились в борьбе за чистоту и безопасность любимого озера, расскажет Катерина Добрынина. У жителей Максимовки уже началась пора весенних субботников. Первым делом они решили вывести ветки деревьев, растущих на берегах озера Максимовское. Кому-то может показаться, что чистить берега озера еще слишком рано. Но сами максимовцы говорят, что если не убрать весь крупный мусор сейчас, то во время весеннего половодья вода вынесет его на дорогу и ко дворам близлежащих домов. Именно поэтому жители переулка Мечникова, который ближе всего находится к озеру, по собственной инициативе и под руководством председателя улицы вышли на уборку. Начинается от того, что, прибрежные зоны начали мусором заваливать. Здесь заросло кустарником. Все это копится в паводок, все останавливается, итог, вода уходит, все это гниет и все это тонет. Поэтому вот решили, собрали улицу, людей, кого могли, чтобы прочистить вот этот проток, чтобы не задерживался мусор, чтобы уходило все. Планы максимовцев не ограничиваются этим субботником. В идеале они хотят полностью очистить береговую линию и дно озера, чтобы снова сделать его любимым местом отдыха. Некогда прекрасное озеро, которое служило местом отдыха для всех жителей Максимовки, к сожалению, пришло сегодня в такое состояние, что купаться там невозможно, даже опасно для здоровья. Так вот, наша сверхзадача в том, чтобы вычистить это озеро, сделать его привлекательным как зону отдыха не только для наших жителей, но, возможно, даже и городских, как это некогда было. Максимовский муниципалитет помог жителям организовать уборку озера, расчистил дорогу и предоставил всю необходимую технику. И пока мужчины сгружали тяжелые ветки деревьев, женщины уже приготовили им обед. Это и блины, и пирожки, и, конечно же, горячий чай. Все это сделало субботник не только полезным, но и приятным. Такие уборки максимовцы планируют проводить еще не раз, и поэтому призывают всех, кому не безразлична судьба родной природы, выйти им на помощь. Катерина Добрынина, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ.